собрали здесь, в общем-то, ради него, ради его родителей. И мне довелось, в общем, выпала честь исполнить песню, которую мы сегодня уже слышали. Вы ее все знаете, «Как тихо тают дни». И в руке у меня горит свеча. И я прошу вас всех, у вас, наверное, есть телефоны, там какие-то фонарики, еще что-то. Зажгите, пожалуйста. Включите, давайте почтим его память. Спасибо. Спасибо. Поехали. Я думаю, что Михею она бы очень понравилась, потому что ее автор Влад Валов, которого мы все очень любим, и который написал предыдущую песню. Давайте ее послушаем. Я надеюсь, вы поддержите меня, потому что это будет премьера песни. Ну что, Ром, погнали! Все, что на самом деле закрыл, открой, и исчезнет красота.
Свою любимую на танец, я буду очень рада.